Так, точка отключения. Но это хорошо. Вот именно здесь меня полиция остановила и мою машину конфисковали. Мы же от первого лица будем играть, мы же не овощи какие-то. Я надеюсь, сейчас какой-нибудь стрим-снипер за мной приедет. Я тут паковали чуть дальше. Это кто? Это, по-моему, Васян едет. Алло, алло, пожилой, ты же... Ну, садись. Вась, у нас сегодня мощная задача. Я уже договорился с кем-то. Кое с кем. С кем? С каким-то Глебом, что у нас сегодня должно быть огрублей... Ой, меня стрим-снайпят, наверное, понял? Алло, менты, если смотрите, хотя бы по РП отыграйте. Короче. Вроде нет никого. Смотри, тут нет никого, я просто сейчас обратился, понял, за метаинфой. Ух ты, ёпта, блядь. А чё у него выхлоп спереди? Мужик, здорово. Глеб, ты? Да-да-да, это я. А что у тебя выхлоп спереди? А, так это чулик. Это чё летит? Это скорая. Я сегодня час лежал, вот этих ***ков ждал. Какой час я тебя сразу забрал отнес? Вась, я до этого с полицейского участка во время бури... Так, что у нас по плану, Глебчик? По плану у нас обнести банк. Вот его отсюда как раз таки видно, можете посмотреть. Вот оно там, вот. Вот он. У нас, в принципе, инструменты я все подготовил. Болгарка, дрели, все у меня с собой. Единственное, вам нужно, наверное, вас закупить. У меня с собой есть один колокольчик. Я готов. Уже готов. Не понял. Здорово. Здорово. На, тебе это понадобится. Курьер приехал, да? Доставка Яндекс. Доставка Яндекс. Доставка Яндекс мне Волыну привез. Нам нужно нашего этого, Дароу, найти. Срочно. Я его видел, он в городе на квадроцикле катается. Стейдж 2, все дела, видите, что? Да, вижу, вижу. Жака была, Дару типочка уже подрослел, половина чата не было. Но да, в этом и прикол. Спасибо. Бля, время идет, а пролаги так и остались. Вот это реально кайф. Ну, постоянство. Блять, нахуй. Сука, дай сесть. Человек с оружием. Я, да, это я. Человек с оружием. А что ты орешь? Нету оружия. Нету оружия. Это духовушка. Это духовушка против крыс. Нет. Ты что, крысёныш маленький? Я сейчас скорую вызову. Вот шизофрения у человека. Поехали. Поехали отсюда. Все, мужик, удачи, пока тебе. Куда я сел? В багажник! Стой. Ребята, разрешите, ну, я из багажника. Копсеры едут, уезжайте, копсеры едут, ребята, уезжайте. Ах ты, сука, шляпик на ВАЗе. Я все-таки заложил крысёныш. Позвонишь мне. По съёбам! Шухер, милиция! Минут 5 нам надо. Давайте. Вон только что проезжал, на квадроцикле был. Вот туда, да, правильно едешь. Куда туда поехал, да. А это он, да. Алло! Стой. Дарю! Садись, быстрей! Быстрей садись! Идите в правой части, пожалуйста, в сторону. Ой, мусора. Дайте сейчас эту к вам. Жожа, ты сел? А, да, ты в багажнике? Да, я случайно залез сюда, блядь. Мать, ну терпи, девочка. Сука, ты такого же уёбка будешь это? Я тебя ебал сейчас. Охуел. Мужики, а можно я, ну, хотя бы в салон сяду, да, то есть? Да тебе нормально сзади, в салоне место. Я, ну, у меня коробка, я ничего не вижу. Вась, а есть музыка? Давай саундпад. Не, у меня саундпада нету. У тебя есть саундпад, один трек. Ты заставлял меня сосать. Вот этот, я прошу один раз, включи мне, я буду очень признателен. Нет, своего. У тебя он есть, хоть один раз дай. А чё мы куда сейчас едем? Мы сейчас едем на гору банк. Водяной будет. Водяной. Серёг, заткни ебало. Ждём это самое пополнение команды и начинаем бесить. Чё ты, сцен? Раньше ремкомплект стоил 2500, сейчас 130 тысяч. Чё? А ты чё хотел, блядь? Инфляция. Бля, Жожа, я тут понял, ну на этом ехал, на как это называется, на самокате, понял? Меня как въебал радар на 50 тысяч. Я хуел за превышение, прикинь. Я хуел, там менты на сегвеях катаются. Ты в курсе, что это за хуй? Не патрулируют так. Если мы с тобой деремся, я тебя побеждаю, то ты мне даешь оружие. Я тебя сейчас захуярю, долбоеб. Ой, ты дура. Ой. Ты себя видел, ляпа ебаная. В зеркало смотрюсь, ты чё тут? А чё у тебя? У тебя Обама, что ли, или чё там? Да, у него Обама.
Че такое? У вас найдется два комплекта снаряжения для наших ребят? Три комплекта. Три комплекта снаряжения чего? Пушек? Или если нет, то мы сейчас это самое. Не, нету, конечно. Ты что? Да, не, вот курьер только привез вот этот вот. Я по телефону говорю. А, понял. А у вас машина открытая, я возьму. Болгарка. Я могу. Ничего не бери, сейчас не пойдет нихуя у нас. Дробовичок возьму один быстро. А кто шеф полиции тут? Декаршоу. Тоже знакомое что-то. Он тоже тут лет 10. Не. Серег, ты прикинь, какая ностальгия, Серег. Я сейчас убью всех тут. Серег, а помнишь, как ты у нас плавать ходил? Под песню «Я водяной». Я тогда был добрый, сейчас я злой, у меня сразу оружие, я мента увижу, я ему ебаник пробью сразу. Осуждаете? Я в GTA RP. Так мы же не на GTA. Я в Армэ РП. Армавир РП. Армэ РП. О, Вова. Алло, долбоёб, ты что это за ствол у тебя? Здорово. Хорошо, благодарю. Джоджа, подходи. Мне надо. Показывать пас. Поставьте 5 звезд, пожалуйста. О-о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 
хуйня, бля. Серег, так, может... Сколько нам еще? Один комплект нужен, да, сейчас? Да не, вроде все, не. Все, садись. Могу там самолет дать, мы как в ПД взялся. Серег. Чё? Ебальник, ну, вольни я свой. Я хочу немного, да. Так ты стримом ошибся. Для счастья немного надо. Въебу и все. У меня взгляд, ты меня смотришь, я адекватный. Мне я хуй не сморозил. А вы из какой группировки-то получается, пацаны? Гражданские. А чё так у вас, связи дохуя? Так, ну, здесь между собой бандформирование, дружат, общаются. Я могу спеть, если надо. Давай. О, давай. По бару в пьяном угаре, виски и кола. Давай парикмахер дядя Толик лучше. Я не знаю, ты все уже забыл. Парикмахер дядя Молстройк. Постриги весь твич под нолик. Вы в курсе, что Барак Обама 44-й президент Америки? Я в курсе. И чё? Барак Обама это первый темнокожий президент Америки. Соединенных Штатов Америки. Первый темнокожий президент. Барак Владимирович Обембе. Серёг, я хуй знает, я тебя осуждаю, наверное, я не ебу. Часов. Ты реально не спал? Я 25 часов как будто уже не спал. Но вчера я после, тогда, когда мы нахуй в 6 часов вечера встал и больше не спал, и всё. Так ты нам дело всё завалишь, бля, братишка. Я самый шубутной здесь. Это, ну, это правда. По тебе вот видно. Я поэтому... Сам с собой разговариваю, такой, что, блядь, что? А, ну да. У меня лицо как у Эльза, посмотри, Элиас Варфейс, я хуею. Бля, он снимает до сих пор, что ли? Так он же дебил. Вот. Ты хуя обзываешься? Блядь, ну, посмотри. Ты его лицо видел вообще, блядь? Посмотри на меня, ну, строй мне даже брови сбрил, я хуею, бля. Серёг. Я хочу дыма! А. Садитесь. Так у вас разъёбанное, я сейчас боюсь, взорвёмся. Не-не, взорваться точно не взорвёмся. Короче, и на этой тусовке, там была формат тусовка GTA. Я взял, там лежали какие-то фейковые оружия. Так, это я сажу, да? Подхожу к Гайске и говорю, Даш, давай поговорим. Ну, блядь, ну, не поговорили, нахуй. Это сон? Это реальность, блин. Куда ты выходишь постоянно? Сядь, сиди. Да я на стороже, если вы, пацаны, никак-то не переживайте, а я-то ж смотрю. Она отображает кого-то в инвентаре? Ой, какая-то женщина. Ой-ой, осуждай, это наша женщина, не трогай. Я не собирался ее трогать. Да, нам чужих не надо. Да, у нас свои есть. О, нихуя, здорово, мужики. Здравствуйте, ребята. Это вы тут просили помощи? Так, у меня вопрос. Мы по-тихому ломаем или мы шоу ломаем? Ну как по-тихому? Сейчас день в любом случае, мы не сможем по-тихому. Меня... Герман, ты купил? Да, мне издали. Скинь мне на пол ее. Чат, я сразу говорю, я стреляю не очень здесь, это очень сложно здесь. Ну что, ребят, погнали тогда? Просто представьте, что есть такая игра, называется Склад. Да, пойдемте с вами, так как агрегат у меня, надо будет там плевать на него, чтобы он, ну... Мария, бля, отдаем деньги! Вот тут вот.
за углами стойте, будет простреливаться насквозь. Бля, я, пожалуй, это куда-нибудь уже... другое место встану. Вась, не умри от куста, бля. Я в кусте бля. Застрял. Сука, заходи. Все, сидим тихо. Давай, надеюсь, что полиция отыграет хорошо. Нет. Я не знаю. Ты что, еб... Ты псих или что? Ты что там делаешь? Это не я стреляю. Вась, ты чё? Чё, дурак что ли? Я не стрелял вообще. Мужики, а вы чё там это? Мы сидим тихо, мы на стрёме. Если что, мы бежим. Ребята, там надо, ну, установочку сейчас ставить на этот... И денежку носить, а вы чё, типа, прохлаждаться тут решили? Выходите оттуда. А, блядь, нам не сказали. Давайте, выходите оттуда, ёб. Отлынивать решили. Давайте за мной. Кто, Миш, ты? О, Миша. Да, да, я. Ты заложник, что ли? Нет, я тут стою. Где ты стоишь? Вот я около тебя, Вась. Так. Все, тихо, ребята. Мужики, смотрите, схема такая. Если вас повяжут, скажите, что вы от Доминика, вас отпустят сразу же. Хорошо, понял. Ага, окей. Это кодовое слово наше. Надеюсь, я умру смертью храбрых. А тут все умрут. А, ну... Ладно, спасибо. Мы пришли, мужик. Вы думаете, вот эти жилеты, они от пуль защищают? Думаю, да. Ну, думайте тогда. Че, я просто так за него лям отдал? В смысле, они же бесплатные. В смысле бесплатно? Тебя наебали, Вась. Ебать, мне сказали, это самая редкая вещь на острове, лям минимум. Нам надо один, вот ты в шляпе будешь главным, с нами идешь. Залетаем. Пойдем. Хорошо. Пойдем. У меня есть. Стой, не, стой. Ладно, давай, работай. Запускай. Мама звонит, поднимите. Ой, это моя рыба. Я первый раз этим пользуюсь, что это такое? Ой. Опа. Ё-моё! Нормально. Проверка была, я не знаю. Мужики, у меня такая же. Ловите. Да, тебе тоже. Опа, летит что-то, летит что-то. Заходим. Да, закрыто. Что ты там делаешь? Давай, бабки. Поаккуратней, по одному, пожалуйста. Ой. Я умрять убился! А чё ты убился? У нас двухсотка, ребят. Ударился. Он отшёл от такого количества денег умер. Так, приступаю к диагностике. Давай, ты должен встать уже, я тебя откачал. Ну, все, пошел. Ой, крякалка. О. У нас есть козырь в рукаве, держали это смертников, но если что, может быть. Если что? Кто-то должен надеть потом. Чат, я если что, это выглядит динамично, но я сейчас минуты две, и я лежу мертв. До последнего ждите, не жмите, жди пока. Я скажу вам, когда зажимать. Оно как бы динамично все в начале, а потом я лежу уже. А кто в жилете? Кто в жилете, скажите? Оружие, только убери за спину. Вадим, как тебе там? Бегом! Я Вадим, если что, по РП. А как я вынесу тут деньги? Сюда, стой, иди. Ставь сюда сначала. Как в PD, я сумки поближе, потом все вместе выносим. Вася, отойди, я сейчас умру. О, понес что-то пустое. Вот вынесли уже, петь не могу больше. Вынесли. Ну дальше следующий, сейчас или нас вынесут, и мы деньги. А чё, ну типа, вы же не продумали вообще, мы тут сидим. Конечно, мы так всегда работаем. Периметр стоят стрелки сейчас. Поэтому на каждую операцию у нас новая команда, старая не доживает. У кого жилет Шахида? Граждане-захватчики банка, это полиция, выходите из банка, вы окружены. Мужиком я не могу, у меня болеет семья, я должен вынести деньги. Ну я сдаюсь, ребята, мне надоело с вами. Я не старший, я не могу с вами переговаривать. Гражданин, успокойтесь, не слушайте ваших коллег, послушайте меня, пожалуйста, я хочу помочь. Понятно, что никто здесь не пострадал, в банке есть заложники,
Все пострадают, все пострадают. Ребята, мне 3 миллиона капнуло, может бросим все деньги? Сколько? 3 миллиона перевел Дениска какой-то. Все, я сдаюсь. Все, ребят, я выхожу. Мы получили, что хотели. Нет, ты что, мы не должны так бросать все это дело. А, мы не выходим, мы не выходим. Мы не выходим. Кто их позвал сюда, я не понимаю, что они приехали сюда? Кто это? Это полиция? Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. Полиция. Хотим понять, мы... что какие у вас требования есть. Мы... Заложников держите. Да, мы за кредитом заехали, все нормально. Мы сейчас уедем. Там Жоржа переговаривает. Сейчас он въебал. Я понимаю, что мы с вами в разных, так скажем, всех полномочиях. Весновой категории тоже. Так, мы выдвигаем наши требования. Нам нужно 12... Серега, нет! Минус Серега! Я даже не могу встать, я буду подняться сейчас. Мне почему не получается сидеть. Блядь. Серег! Все, мы умерли. Все, кого убили? Все, я пошел сдаваться, ребят. Сдавайтесь, это последнее предупреждение. Как у вас обстановка на улице? Ребят, знаете, что мне сказали, как обстановка на улице? Ничего. Мне ничего не ответили. Значит, все, ГГ, да? Это значит, что людей не осталось там. А нахуя мы эти деньги брали, блядь, тогда? Ладно, давайте, чтобы не нам не интересно, мы сожгем деньги и... Можете открыть дверь вот эту? Вот эту? Да, что там? Ну, чтоб я хотят. О! Серег, что там? Серег, ты что? Это вообще не я был. О, слышите, ребят, тут лестница какая-то есть, ну-ка. Глеб, ты как, братишка? Я стреляю, я замаслил одного копа! Красава! Пацаны! Так, ребят, смотрите, у нас есть жилет. Мы можем как-то... Вот я нацеплю жилет. Если я выживаю, да? Говорю им условия, что мы отсюда выйдем, иначе я кого-то убью из вас. Ты можешь прикинуться, что в заложниках я. Я буду орать, что я боюсь за жизнь. Ну ты интересно. Смотрите, реально. Он интеллигентно выглядит. Давайте пусть он будет. Скажем, что он с кредитом пришел. Сельчанин. А Серега не выглядит интеллигентно, вот у меня руку. Я могу выйти. Серег, давай, давай, не пизди, делай, реально. Делай. Я предлагаю за Серега, ребят, вылететь. Серега, все готовы. Все, типа, готов уже, блядь. Серега, лови аптечку. Серег, живой? Серега, нет, Серегу замаслили, вон, рюкзак. Тащите сюда Серегу. Тащите Серегу. За рюкзак его вытаскиваете. С каждой минутой она становится все меньше и меньше. С 15 нас осталось 6. Витас Халята передает тебе привет. Нет, ты что, ёбнулся, какой привет? Еще минус один. Тихо, у нас идет, да? Все. У нас все идет. Давай, Джоб сделал, не уходил. Так, ребят, ну что, план сработал, отзывайте ментов. Так, может, выдвигать? А то у них уже минус 2. Полиция, у меня заложник. Нет, я хочу жить! Опустите ваше оружие. Меня обманом, сюда забрали! Откройте эту чертову металлическую дверь. Полиция, у меня заложник, никому не стрелять. Я сейчас самый первый въеб получу. Минус 3 уже. Ребят, можете, пожалуйста, не стрелять, меня зовут. Я хочу жить! Если вы будете стрелять, мы убьем заложника. Ребят, я хочу жить, у меня заложник. Пожалуйста, не стреляйте. Тут кто-нибудь есть? Вон в здании, в котором мы сидели. Я хочу жить! Помогите! У меня заложник. Я хочу жить! Опустите ваше оружие. Да, бля, отойди подальше назад. Отходи. Заложник я! Я заложник! Что за полудурки там? Это конченые алтисовские менты. Звоните в полицию, нас убивают. Ребята, извини в полицию. Нам помощь нужна, скажите. Пусть нормальных вызовут.
Ты кто вообще? Алло, здравствуйте, срочно, срочно нужно помочь на банк. Граждане, я из полиции, я шеф полиции, вы слышите меня, покажите, стрелять. Я хочу жить, я хочу жить! Сэр, у нас заложник. У нас заложник, можно стрелять. Я выйду на открытую территорию. Хорошо, можно я на него посмотрю хотя бы? Да, вот я тут стою, вот я подтверждаю, я живой. Вообще не умею стрелять. Так, я убираю оружие за спину, господа. Да, я вижу вас, я вижу вас за углом, вы... Я вот. Я жив, я хочу к маме! Здравствуйте. Гражданин, вы как? Вас плохо? Не били? Нет. Меня подсунули пушку за спину. Я смотрите, подойду, еще такая проблема. Да, конечно, на нем жилет, но вы его не видите почему-то. Ты что, мне еще жилет одели, блядь! Я не хочу умирать! Пожалуйста, ребята! Да, на нем жилет. Да мне жилет! Смертика, я боюсь. Я понимаю, у вас семья, дети есть, успокойтесь, гражданин, нервничайте. Все в порядке, хорошо? Наши требования. Мы забираем деньги, уезжаем, после чего высаживаем заложника и уезжаем. Иначе мы убиваем вот это вот в шляпе. Не надо, пожалуйста. А можно поинтересоваться, кто у него оружие? Мне подсунули под стволом. Это на случай, что если полиция начнет нападать, чтобы потом мы могли в новостях обвинить полицию в убийстве гражданских. Которого будет за оружие за спиной, я правильно понимаю? Естественно, естественно. Полицейские, не душите. Слишком много вопросов, согласен. Давайте мы не будем углубляться в историю, откуда он получил. Хорошо, мы поняли. Но обещайте, можете гарантировать Сочи, что вы не тронете его? Давайте, может, мы его врача вызовем? Не хотите? Вас не избивали, гражданин? Нет. Не избивали? Нет. Может, вас ранили каким-то образом шальной пулей? Я не хочу не пить водичку. Вас? Водичку? Давайте, я руки опущу спокойно. Какую, сука, ты водичку учишься? Мне хочется пить! Какая водичка! Давайте я вам воду. Да, сделаю. Да. Господин захватчик, я к вам обращусь. Можно это сделать? У меня есть вода, я сам напою. Ребят, носите пока деньги, пока я стою с ним. Я его сам напою. Офицеры, мы выйдем на открытую территорию. Давайте. Мы идем к черному даджу. Аккуратно кладу на землю. Давайте. Вот еду на всякий случай тоже выложим вам, гражданин. Спасибо большое. И морфия, можно еще? Морфия нет у нас, к сожалению. Запретили здесь продавать морфию. Есть китарол, хотите? Давайте. Я такой дебил. Вот 4 штуки китарола вам. Спасибо большое. Извиняюсь, Саш. Извиняюсь, говорит. Ребят, извиняюсь, можете деньги не на пол, а в машину уложить? Да, да не... Извиняюсь, вас научить грабить, я не знаю. А можете, пожалуйста, помочь, ну, поносить, если не затруднитесь, а если... Ну да, ну, в черную машину. Если не не бить его, ладно? Конечно, конечно. Меня ж ваш вот главный говорит, это деньги. Да-да, вон та черная машина. Ну, просто новая команда. Я не могу, мент деньги из банка выносит. Инвалид у нас еще какой-то, даже бегать не может. Вы китарольчика выпейте, гражданин, на некоторое время поможет вам. Да вы лучше адреналина дайте. Адреналин вам не поможет, блядь. Я немного понимаю в медицине, но адреналин вам явно не поможет. А почку чем установить можно? Почку? Другой почкой, гражданин. Да, ну это хорошо. Почку другой почкой. Вы анекдоты знаете? Не совсем, гражданин. Я не совсем предложен, что там анекдоты будет. Не, ну может хоть один, знаете? Да, знаю. Хотите, расскажу? Да, давайте. Так, сэр, нам еще медик сюда надо, слышите, сэр? Товарищ полицейский, нам еще медик сюда надо. По-хорошему надо было бы вертолетик, конечно. Ох, вот это работа, да? Не то, что вот это... О... Пишите, опасный человек. Ходим на банк, у нас тут гражданин раненый, захватчик. Мы будем помощь оказать. Сэр, вот если вам надо будет работа, вот, Муджахидин Аль-Хуси Аль-Хусейни. Вот, нас тут нанимают, ну, вот, листовку видите на этом, на столбе, сдирайте, вот, там, так, вступают. Как сказал? А повторить сможешь? Что? Имя свое. Мое? Да. Нет, только что придумал его. Звучит. Да, подходите, товарищ. Товарищ медик, подходите, подходите. Вот тут ворот человека в шляпе. Сэр, я извиняюсь, почему у вас медик слепой? Он не слепой. Ну, он, у него, он специальный курс проходит, понимаете? Сэр, могли бы вы глаза развить за свои? Вась, ты что? Василий. Ладно, работайте, сэр. Сейчас помогу. Такая схема дальше. Мы вас отпускаем сейчас на машине, вы уезжаете, а мы начинаем с мусорами машины. Вы с деньгами уезжаете, а потом мы с вами встретимся, если мы уезжаем. Куда? Вы понятен? Нет, тут шепот, типа, понял? Там шепот. Понял или нет? Да! Чё да, повтори, что я сказал. Я не знаю, как шептать.
все, все деньги вывезли. Начальник, все деньги вывезли. Мне когда заложника отдадите, мне расскажите. Сейчас подарите, научу шептать человека. Он с вами поедет. Я извиняюсь, что мешаю, прерываю вашему... А, да, 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 Сар, конечно. Но можете мне скажете, когда заложника-то отдадите? Заложника мы высадим в ДП-9, я его сейчас развязываю, чтобы он сам мог выйти. Кого, банк? Да. Слушайте, я не знаю, но мне хватит того, что я получил. Все, ребят, мы по газам. Ну все, ребят, кто выжил, тот выжил, давайте, до свидания. Поехали. Машина, как вы понимаете, не резиновая. Давайте, всем пока, ребят. Ой. Бля, это была худшая отыгровка банка. Газу! Нет, нет, жизнь. Кого ёбнули? Тупейшие воры в истории человечества. Слушайте, ребят, ну зато теперь нам деньги делите на 15 человек. А сколько вынесли там? А на 6. А, 5 миллионов. Ну как будто не так уж и много, знаешь. Ну в контр-квартире там дофига много. А, вы не в одну машину, а в две, да, складывали? Ну мы, получается, в этой машине то, что полицейский сложил. А вторая там осталась. Вы дебилы, сука! На ближайшем повороте, пожалуй, увольняйся от работы. А когда мне говорить ему, что мы убьем его, типа, что он не ходил в сделку? Это с какого момента вот? Ребят, у меня есть 2 миллиона, я не могу умереть. Ой. Я могу их отдать. Сейчас, секундочку, секундочку. Не убивайте меня. Да, 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 это дебил стоит после меня, когда мне убить его? Ты шепота, ну... Ой, извини, да, да. Получается, теперь есть я, 5 миллионов в моей машине, и мне надо что-то делать с этим. Гандон, верни деньги! Нет! Надо Серегу забрать, но я не могу, он в боевых действиях. И, блядь, поехать к ментам будет нормальная идея или нет? Так что у меня в машине? 5 миллионов. Бутик Брюса, все, едем туда, сейчас налево. А кто? Кто кашлянул? Алло. А кто здесь? В багажнике вылезай. Кто-то кашлянул. Кто в багажнике, сука? Это за мной. Это за мной боевой вертолет летит. Это я поворот пропустил. Блять, сейчас штраф. Ааа! 150 тысяч! Минус нахуй! Бля, мне ключи еще отдали от машины. Ой-ой-ой. Кто, блядь, харкает нахуй? Вот это вот. Да я. Погоди, нам нужно отъехать в другое место куда-нибудь. Отъедь в другое место. Менты пасут не просто так. Какая-то ловушка, блядь. Так, ждем в гараже. Стробоскопы, блядь, тут есть. Полицейский компьютер. Что, блядь? Мужик. Да. Короче. А ты вообще в Ковалу приехал, не вариант, надо уезжать отсюда. Похуй, давай, короче, бабки перегрузим. Давай, давай. Все, я забрал бабу, поехали. Ты точно забрал их? Да, да, забрал. А еще ты там забрал? Да там херня, это все, ничего не стоит. Меня предали. Да я понял. Меня хотели убить. Это же по тебе там из госполка стреляли? Ну, походу, я не знаю, вот эта вот гигантская штука такая летающая, да? Да, да, да. Сейчас главное из города уехать. У меня есть все шансы тебе доверять, потому что ты меня снабдил. Недавно совершено ограбление Ковала, подозреваемый передвигается на черном додж типа Hellcat. А ты из какой группировки? Из Блядь,
Да кто экает? Вот это. Кто это делает? А это не вот этот преступник на Хелкате? Это медик. А что он еле едет-то, блин? Он, походу, мазанный. Он за нами едет. Мы, по идее, можем же, типа, ну, если по УЦ, если он ведет преследование. Это медик, нет, их нельзя трогать. То есть он может просто вот так ездить за нами? Да, но он при этом не может сделать информацию ПД. Он нейтральный. Погоди, а ты меня обратно везешь? И куда? Обратно ты вылезал, давал. Я тебя увожу на ПД злой. Отдел охраны, куда инспектор Кирилл. Слышь, почему мне пишут «Кабочий не шакал»? Знаемся, Кабочий. Знаем же. Так это не медик, в рот! Это не медик, блядь! Я знаю эти голоса, отъебитесь, парни, вы предали меня! Охрана труда, Кабочий не сад. Мы медик. Я у нас Мужик, нам нельзя тормозить. Нельзя тормозить. Движение жизни. У нас бензина много? Хватит. Буду стрелять. Ребята, нам не нужна помощь. Нам не нужна помощь. Не. Ой! Пизда. Беги на... Уходим, руки поднимаем. Куда побежал, буду убил? Стой. Ай, справа вылез, сука, блин. Все, я доигрался, блядь. Надо было право ждать от стеночки, блядь. Опять у нас потери какие-то в составе. Я твой голос узнал, ты меня предал, блядь. Сегодня умер наш друг и товарищ. Какой друг? Вадим Братишкин. Не надо. Пусть земля будет ему пухом. Последние слова, ребят, возьмите гор земли, киньте в него и скажите последние слова. Еще можно помочь. За то, что эта гнида угнала наши деньги, кинула нас, угнала нашу машину. Меня что, не слышно? Ваша машина в ковале стоит. К сожалению, слышно еще. Но это не надо. Зачем ты меня предал? В смысле? Ты хотел меня убить по рации. Я слышал. Нет. Это я так. Что ты машину украл, брат? Посмотреть, кто ты на самом деле. Машина в гараже. Машина в гараже стоит. С деньгами. А деньги? Деньги в ней. Я ее бросил. Мы же просто пересели, чтобы преследовать тебя. Подождите, то есть деньги не у вас? Нет. Деньги в машине в ковале. Подождите, машина закрыта. И деньги не у вас. И деньги не у нас. Они в машине. В ковале стоит дождь. Нет. Мы просто посмотрели только что в дождь. Там нет денег. Как это вы посмотрели, если ты тут? Вы когда отъехали, мы приехали сначала к машине по ключам, а потом за вами. Ну, в машине все должно лежать. Подождите, а где вот этот мужик, который вышел, сказал, по пути высадите меня, ребят, я вот тут пойду? По пути высадите? Это кто? Нет, там можно, там можно по ключам. Вот с вами, который ехал на дело, он где? Мы вдвоем ехали, на дело ехал. Да, понимаете, сэр. Подождите, с вами был мужик с иракезом. Какой-то. А он не с вами остался там, именно, типа, на банке? Нет. Ключи и дубликат можно сделать. У него есть ключи, у меня ключи есть. Второго не было, никого не было. Секундочку, ребят. Походу, нас всех на деньги, походу, киданули. Какой-то мужик за нами, с нами ехал. Давайте выяснять тогда. Медик, давай еще тогда. Деньги остались в Хелкате. Хелкат был закрыт. Ты его закрыл? Да, у меня ключи были. Ну, у меня есть Хелкат, как ключи, потому что это мой Хелкат. Ну, и он там стоит в гараже, в первом гараже. Но там нету денег. Как нету, если вот молодой. Я не знаю, как его зовут, приехал за мной. Я просто взял, закрыл машину и сел, уехал. Сказал, садись, меняем тачку, бросаем, он пересел ко мне, мы уехали. Стоп, а это кто вообще? Можешь не двигаться, я тебя развяжу. А, хорошо. Где вот этот белый с иракезом? А он оставался на... Ты их кинул! Да, вы кинули, у него стачки. Не, ребят, это естественный отбор, просто выжили сильнейшие. Это который из 15,6, там, вот этот процент, типа, выживаемости, да. А где наши деньги, господа, я не понял. Вот мы как-то думаем, где... Так вот мы... Стой! Вот наши... Это пи***ц. Сука, я ебал. Ай, куда мне эти деньги отдать? А как, где деньги тут? Все, пиздец.
куда тормозил. Какой охраны? Я знаю один лайфхак, но он РПшник. Иди у меня, Вайны Старопас. Это кто? Смотрите, лайфхак один такой есть. Жесткий. Вот так. Ребят, отдел охраны труда. Да уеб... Отъебитесь, нахуй. А, Глеб, за что? Нету денег. Нету, ребята, денег. Говорю, в Хелкате последний раз я их видел. Я боюсь за жизнь, я уезжаю от вас, и меня догоняете опять. То есть ты только что опять нас киданул и уехал? Ну куда я киданул, если денег и тут нет, и там нет? Я уехал. Так. Так алло, копы писали, за Хелкатом катаются. Может, они его все-таки поймали? Это что, если Хелкат тут спереди Тойота? У кого деньги? В гараже в Ковале стоит. В каком гараже? Ну, нахуя в гараже? В первом гараже Ковала, поворот направо, первый гараж, закрытый Хелкат стоял. Я уехал оттуда, на этом, пойми, что это. Ой. Это, блядь, смысл, это ловер. Все, я стою, вот. Слушай меня сюда. Так как ты задолжал нам денег... Я? Нет. Сюда меня слушать. После... сейчас унесет буря нас. Короче, слушай свое задание. В зоне... Появился новый мутант. Ой, нет. Тебе надо привести мне ее коготь. Если когтя не будет до 12 часов, тебя. Ты запомнил свое задание? Я не слышал ни вообще. То есть я только что, ну вот это вот распинался, рассказывал, что ты сказал, что ты не слышал, да? Секундочку. Значит, слушай меня сюда. Так как ты киданул нас на бабки. А слышно меня, да? Ну, вот это я тебя письма не получаю. Сломайте магнитофон в той машине. Это за что? Значит, да, это за заправки. Так, ты с белыми волосами. Слушаешь меня сюда? После этого, после 8 часов едете в зону, там новый мутант появился. Добывайте мне коготь Момо. Кодовое название. Ребят, я поднимаю руки, извините. Фотки нет, мы сами не видели. Если после... Ну вот и все. Неплохая получилась история. Я живой. Я руки поднял. Порой я тоже грустная. Поднял, меня ёбнули. Давайте все вместе, ребят, споем эту легендарную песню и... Но получается, мы тебе ничего не должны. Сейчас поедем на зону все вместе. Полиция, помогите! Нет, Барян, не умирай! Я убил кого-то, слушайте, ребят, прикол. Вы понимаете, вы сейчас все на пожизненное вместе со мной поедете. Нас сейчас всех добьют, не парься, брат. Нет, у меня хорошая репутация. Я слишком много... Хороший человек. А я вообще ничего не сделал. Я даже оружие не... А кто ты? Я кто тебя увозил на машине. Это... Я ж тебе говорю, с этими мужиками в масках, типа, поводишься. Миша. Пацаны, чё там, как? По итогу я-то всё равно единственный здесь остался. Лёга, живой! Ебать меня решили, а я тут как тут. Ну тут типа логическое. Отличная песня, мне нравится. РП, короче, кусочками отыгрывают, поняли? По договоренности всех. Если у него реально 5 миллионов реально уехал, все, типа, ну конец. И, блядь, этот Серега это просто разъебал в конце. Не хватало завершающей какой-то истории, поняли? Он сел в Lexus и говорит, опа, 5 миллионов. Глеб, я умираю, Глеб. Какой Глеб, я Ярик. Глеб, я, кажись, сейчас скончаюсь. Не умирайте, граждане, не умирайте, сейчас вас стабилизируем. Кажись, минута осталась, чувствую. Не надо, гражданин. Гражданин, ожидайте, сейчас мы вам поможем, гражданин.
Держитесь, держитесь! Да вы меня посадите, зачем жить? Гражданин, мы разберемся с ситуацией, гражданин. Нет! Владимир, вы вообще на погоню уходили, за что сажать? Медик, не надо! Тихо, тихо, гражданин, я вас сейчас помогу стабилизировать, вас, гражданин, живите, живите. Ребята, я был заложник, меня застрелили. Гражданин, мы все учтем, все учтем. Застрелили. Живите, вы главное дышите, гражданин. Вы хотите жить? Если посадите, то не очень. Гражданин, мы не посадим вас, мы вас не посадим. Живите, главное жить. Вы хотите жить, гражданин? Я хочу жить. Гражданин, я вас стабилизирую, обвязываю ему руки, повязку, а, губ, он, все такое, гражданин, живите. А, он, короче, я понял, ты себя отказываешься, он не может. Адреналин, чтобы сердце билось, гражданин, живите. Прикольно, они правила поправили дышите. Просто. Я много чего не знаю, здесь, ну, правила... Это не адреналин, это морфин, чтобы полегче было, это так. Он торопится, он спешит, гражданин. Да он на месте. Да он на месте стоит, медик! Он один, вас много, гражданин, вы понимаете. Вот-вот, медик подходит. Медик в белой шляпе, о, тяжело, это... тяжело ранен, в белой шляпе, поднять, поднять. А я что, шутка какая-то, это все потому, что я... Нормально все будет. Ладно. Не говори, гражданин, пожалуйста. После реанимации вставайте, ручки поднимайте только. Ну, для моей безопасности, понимаете, да? Прикольно, что... Да, и оружия нету. Сейчас я... Гражданин. Это не мое. Куда вы скидываете? Я все вижу. Это не мое. Это не его. Фальсификация доказательств какая-то. Гражданин, поднимайте обратно. Глеб, ну что ты скинул? Алло, оружие, лежишь, блядь. Гражданин. Выпало из кармана. Ручки поднимайте. Быстрее руки поднимайте. Поднял! Да погоди, мужик, ну что ты меня высадил? Потом отпечатки снимите. И замается оружие. Гражданин, мы все разберемся. Мы найдем. Все найдем. Все, что нужно. Машинку у вас. Оп! Головой вас не ударил? А, наверное, ударил. Ничего страшного. Я у него, смотрите, аппарат какой. Стоит. Вы там мои аппараты не смотрите. О боже. С пулеметом приехал гражданских поднимать. Вот, это Глеб, я так понимаю. Глеб, давайте своему товарищу. Жмите его покрепче. А вы почему на разных местах? Ну тогда вам. Вам документы мои нужны. Сниматься с вами, руки поднимают. Не, не поменяют ничего. Ну все, приезжайте. Мы скажем, что мы от Миниша, когда мы будем на полицейском. Мы требуем, что вы покинули данную территорию. В ином случае вы будете задержаны. А что здесь происходит? Вы куда шагаете? Приезжайте. Дует, нормально, хорошо. Да, 300 км в час идем. Ну так, поковали разрешенных 70. Ну ничего страшного, мы с мигалками правильно. У вас тюрьму и штраф 150 с вас. Не понял. Я понял, с вами другой разговор будет. Я хотел по-хорошему, сейчас будем доставать специальное приспособление латексного цвета. Не, такое я не люблю. Так, граждане, права все свои знают, граждане, за мной, граждане. Вот я ручку поднял, за мной, двигаемся, за мной. У меня голоса в голове с праздником поздравляют. Голоса в голове с праздником вас поздравляют? Я больной еще. Читать, граждане, вы были задержаны, вы имеете право хранить молчание, все, что скажете, можно будет использовать против вас, вы справите телефонный звонок и на адвоката. Адвокат может быть при допросе. Другой не, я допрос. Не просил, можно не повторять? Я ошибся, другой допрос, граждане, давайте. Какого? Я вам помогу. Вон, первый. А в чем разница-то, блин? Да там занято просто, понимаете? Та кошерная, это кабинет шефа. Ярослав, я от Доминика, и это со мной тоже от Доминика, Ретта? Понимаете? Да. Ты который гонщик? Ну и что сказал, блядь? А, Доминик это... А, это главный бандит нашего города, гражданин! Не от него, он не от него. Не могу тайсер достать, с огнестрела стрелять буду по ногам. За что, блядь, вы меня что, вообще кинули, суки? В шляпе, блядь. А что в шляпе? Вы тоже в шляпе. Получается, вы из одной фракции, из одного клана? Я вообще их не знаю. Говорит, говоря от Доминика, говорит... Усугубил ситуацию, блядь. Так, ждем. Тут, короче, у сервера перезагрузка каждые 4 часа. Мне тяжело после 2 лет по РП играть, правда. Я дебил, блядь. Я не могу нормально отыгрывать, серьезно. Был, короче, сервачок давным-давно, я не знаю, помните или нет. Авалон, по-моему, назывался. Когда у нас там вообще РПхи были чуть ли не со взрывом атомки бомбы. Вот там-то, блядь, я учился потихонечку. Мне вот этот вайб очень нравится, армовский. Он очень классный, правда, прям. Но его нигде не словить, короче, как вам объяснить? Нету такого, где ты... Просто, ну, в стенку встал и умер, потому что тебя убило. Ну, то есть, блядь, нету такого, нахуй.